Всем привет, меня зовут Настя. Сегодня у меня домашний мукбанг, такой среднеазиатская кухня. У меня лагман, ачик-чучук. Я, правда, еще не успела перемешать, только нарезала. Так, и я пыталась сделать самсу. Ну, не судите, я торопилась очень. Потому что мне еще нужно сегодня к бабушке день рождения. А еще домой уехать. А чем позднее я уезжаю, тем сильнее пробка. Я последний раз 1,5 часа до дома ехала. Ну, когда в обычное время можно за 1,5 часа. Так. Лагма. Чем мне есть? Я, конечно, взяла палочки. Но я как бы могу есть палочками, но проблема в том, что, скорее всего, это все полетит на меня. Это если... Лапшечку купила, такую, знаете, охлажденную, не помню откуда. Так было написано. Лапша для лагмана остыла. Тебя подогрела. Все равно вкусно. Ну, такое комнатное температура. Теплое, но не горячее. Простите, что я вот так ложкой хочу бульончик. Сейчас все расскажу. Лапшичка сама очень вкусная, домашняя. Значит, не знаю, ну, с маленького можно начать. Я сделала с картошкой, лук, картошка и фарш. Ну, котлетку. У меня не было фарша от хай. У меня котлетки от хай оставались. Я туда ее просто разморозила и туда ее покрошила. Картошка сырая и лук сырой. Мелко-мелко нарублено. Выглядит слишком румяными, да, в этом? Не, нормально. Просто я несколько раз его, знаете, подогревала, чтобы... Да что такое на кольцах? Чтобы картошка внутри не сырая была. Не знаю, можете подсказать, если вы такое делаете. Все-таки сложно сейчас покупной. Я просто физически бы не успела все приготовить свое. Подсказать мне, если вы делаете вот сырой картошкой. Мясо-слоёное тесто очень быстро готовится. И картошка внутри успевает пропечься у вас. Ну, хотя, если свое тесто делать, может, там подольше. Я просто потом как делала, я их доводила уже не как не в духовке, а как микроволновку нажимала на 600 градусов, ой, ну, температуру, поняли, 600 волн, короче, микроволны. Да. Почти готова.
Здесь у меня, ну, соевые кусочки я купила. Лук, морковка. Такой соломкой все, перец болгарский. Томатная паста, томатный сок. Что еще положила? Картошка. И куча разных специй. Вкусно. У меня много, кстати, получилось. Но я буду так доедать уже, наверное, без макаронов. Хотя нет, вроде приготовилась курица, не понимаю. Я, знаете, еще что забыла? Я забыла туда внутрь положить масло. Может, поэтому у меня не получилось. Хотела кубик сливочного масла положить. Я так торопилась, что все забыла. Даже вопросы не читала, не помню. Кривенький, косенький, но свои. Значит, юзер, не знаю. Так. А было бы интересно послушать о вашей истории с посткроссингом. Как, когда узнали и начали? Что заинтересовало? Что больше всего нравится в процессе? Какие открытки или истории с ними больше впечатлили, запомнились? Тоже люблю эту тему, поэтому любопытно услышать. Ну, я вам в прошлом... Мукбанге говорила, что я вот из блогеров знаю только до двоих. Вот я от Наташи Кисель узнала давно уже, очень давно. Ну, в плане, я слышу, что она говорит это слово. Посткроссинг. Что это такое? Она вот когда-то открытки отправляет. Значит, все прочитала, об этом узнала. Блин, вот не помню, как давно, ну, очень давно. Ну, в плане... Я просто думаю, лет 5 назад, может, больше. Мне кажется, даже больше 5 лет назад. И сначала я узнала только про международный посткроссинг. Там все на английском, там понятно, в принципе. А, хотя вроде там переводится, когда нажимаешь. Или нет. Я не помню, кстати, уже. Я давно не отправляла по международному.
Первые открытки я купила. Я не знала, что они продаются в интернете. Вообще я особо никогда ничего не заказывала в интернете. Где-то вот нашла. А, пошла сначала на почту. Спрашивать. Там толком ничего нет. У нас, кстати, нет магазина с марками. Вот, например, в Новосибирске есть магазин марка. Там и художественные марки можно купить. По-моему, наверное, вроде там и открытки есть. Мне так кажется. В общем, купила штук 5 открыток. Они такие были в ретро-стиле на почте. Все везде прочитала, все узнала, сколько стоит, как чем. Прям сама узнавала, просто везде гуглила. Не помню, куда первую отправила. Хотя можно же, наверное, да, посмотреть. В общем, я сначала отправляла между в другие страны открытки. Там же система какая? Ты отправляешь. И как только твоя открытка доходит, ну, как только ее регистрирует человек, тогда ты автоматически как бы попадаешь в систему, и кому-то попадаешься ты. Ну, чтобы честно было, чтобы не так, что люди... Ну, поняли, да? Тебе набирают. Такое, кстати, часто бывает в группах по обмену. Потому что там это не особо контролируется. И ты можешь набрать себе вот так группу 10 человек. Всем отправить. Блин, ну ты можешь набрать, да, группу, ты не можешь никому не отправлять, а тебе все 10 человек отправят открытки. Бывают такие. Ну там, кстати, не только открытками обмениваются, еще всякими там разными там конвертами. Там-то сразу написано, что сайт ответственности не несет за это, за ценные всякие посылки. Я уже, кстати, по-русски говорю. Я потом нашла, что есть по России. Там, кстати, по России и Беларусь туда тоже входит, попадаются. Мне попадались там. Потому что там есть такая отметочка, что... А, мне там даже, по-моему, Германия попадалась. Там, в общем, по-моему, я как бы понимаю, русскоязычные сидят. Но, в принципе, может попасться человек из другой страны, да. Типа, вот я сейчас поеду куда-нибудь там, в Германию или еще куда-то, ну, допустим. И могу, в принципе, на этом сайте по скроссинг.ру, по-моему, да? Угу. В принципе, могу дать адрес именно зарубежный. Ну, тогда и марок придется. Ну, люди смотрят, конечно, марок больше клеится. Не знаю, мне очень нравится. Мне прям так загорелось. Потом узнала, что открытки где как покупать. Ну, сайт начала искать. Лазить, где открытки покупать. Со временем вот группа по обмену. Часто их сама делаю их на сайте. Заказываю много где. Просто вот где нравится, мне нужна какая-нибудь тема, я ищу. А больше всего момент мне нравится, это выбор открытки. Подклеить марку, оформить, там что-то нарисовать, подписать адрес. Вот это больше всего нравится. Но самое сложное придумать, что именно потом. Написать человеку. Какое-то там пожелание, еще что-то самое сложное. Само оформление-то мне нравится.
Я прям не замечаю. Я вот последний раз... Сколько у меня было? 9 открыток? Я час потратила только на то, чтобы подобрать открытки. Ну, потому что я там читаю профиль, чтобы посмотреть некоторых профилей, у некоторых повторки, чтобы не получили некоторые люди. И... Приклеить марки. Подписать, приклеить марки. Вот я потратила час на это. И я даже не подписывала, просто искала и марки наклеивала. Марки, кстати, тоже заказываю. С сайта марки. Как называется? А, марка, по-моему. Там вот если на 2500 заказываешь, то бесплатная доставка. Мне что, смысл мне, да, кажется? А причем номиналы не меняются. То есть, что вы пойдете на почту обычные марки купить, там, которые стандартные, с гербом. Что художественные можно купить по тому же абсолютно номиналу. Они не больше стоят. Это только у перекупщиков они дороже стоят. В таком магазине, филателическом там, ну, вот как марки, ну, много каких городах есть. Вот в Кемерово, Новосибирске, я знаю, в ближайших у нас, например. На сайте можно посмотреть. Так вот, мне смысл, если я также покупаю эти марки, например, здесь. По чуть-чуть, если могу также на 2, ну, сразу на 2,5 купить. Без добавочной стоимости, без, как бы. Они у меня разойдутся. Поэтому я еще вот люблю марки в цвет подбирать к открыткам. Каких у меня стран зарубежных, я не помню, из каких есть. Надо... Я говорю, что недавно не отправляла, потому что по России сейчас 20 рублей стоит. Вот, наклеить марк номиналом на 20 рублей. А за рубеж что-то 75 или 85. Ну, существенная разница. Все мокрые. Ну, если только там раз в месяц отправлять. Ой. Наверное, это даем. Так, еще кто-то спрашивал меня про елку. Про елку недавно. То есть вопросов про Новый год очень много. Я... И не только. Конечно, отвечу. Я попить ничего не взяла. Настоящая елка. А, ну блин. Какие подарки обычно даришь на Новый год? Что самое классное тебе дарили на этот праздник? Не знаю. У тебя дома настоящая елка на Новый год или искусственная? Я наряжаю елку обычно здесь у родителей. Я вот прошу. У меня есть елка, но я ее даже не доставала. Потому что я здесь наряжала в 2 дня. Елку. Небольшая искусственная. У меня тоже дома искусственная. Очень люблю наряжать, но я капец как устаю. Если что, я, наверное, опять буду снимать все в Телеграм, когда буду наряжать. Как в прошлом году. Если кто-то не видел, то у меня снова будет в этом году то же самое. Хотя мы каждый год какие-то докупаем игрушки, ну, такие незначительные. У меня, кстати, есть елка, но у нее нет игрушек. Точнее, есть игрушки, набор серебро-синий, но мне не нравится. Ну, мне мама предложила, вот есть, типа, синий-серебряный. Я говорю, мне не надо, не хочу. Поэтому игрушек у меня совсем нет. И я не знаю, какие. То есть, мне нравится классика, это вот это вот красное золото. Красно-золотое, зеленое, там вот это вот. Вот такие цвета на елке, да. Ну, себе пока не знаю. Я думала, может быть, что-нибудь необычное, может быть, черным что-то. Ну, потом
Ну ладно, надо пока подумать. Вообще, думаю, может просто поставить елку у себя дома и гирлянду купить, и все. Просто включать вечером гирлянду. Почему-то пока такая задумка. Потому что пока не готова никакие игрушки покупать. Почему мне кажется, что пёс? Точно. Я слышу, кто-то чамкает. Лежит. Зайдет, а потом дверь закрываешь. Лежит, чамкает. Ну, лежит около двери. Типа, откройте дверь, откройте дверь. Подарки мы дарим друг другу символические, как я уже сказала в прошлом видео. Сейчас еще кушу. Сейчас рассижу. То есть недорогие. Типа одежды, что-то типа футболки. Какие-то уходовые, ну, такие в плане шампунь. Просто мы знаем, какие друг другу нравятся, ну, в плане в семье. Шампуньки там. Бальзамы. Какой-нибудь крем. И, кстати, я не откажусь ни от трусов, ни от носков. Поверьте, мне это очень нравится. Например, моя мама, ну, у нее все есть, и она любит цветы. Цветы, горшки, вот это все еще, или вот эти деревянные всякие, как корзины, не корзины, ящики деревянные, что-то такое. Мы очень часто ей цветы дарим, вообще любые. А она ей жалко почему-то, на них денег, она может где-нибудь отчипнуть. Я говорю, давай купим любой, какой надо. Я где-нибудь вижу красивый цветок. Нам надо, покупаем. Ну, у нее горшков 50 уже цветов. Или какие-нибудь красивые кашпо, необычное деревянное. Я уже там ее отложила. Очень милое кашпо деревянное. Видео старого радио такое. Прикольненько. Ну, это как какого-нибудь маленького кактуса, конечно. Сестре иногда сестра говорит, что ей надо. Прям напрямую говорит, я хочу то-то-то. В прошлом году я футбол... Вообще на... Говорит, что ничего не надо иногда. Ну, когда если спросить, я говорю, что все равно буду тебе что-нибудь дарить, давай придумаем. В прошлом году я не спрашивала, она говорит, ничего не надо, мы все равно ничего дарить не будем. Типа, я все равно купила футболку. Такую прикольную, с Луни Тюнс. С героем Луни Тюнс. Что мне дарили самое классное, я не помню. Я даже не помню, что мне в отношениях дарили на Новый год. Правда. Вообще не помню. У меня это как из сознания стерлось. Не хочу края есть. Я просто уже наелась. И бы помакать салат. Самое классное, что мне дарили. Мне сложно угодить, поэтому я... лучше мне, если меня не знать вообще, лучше мне деньгами дарить. Блин, все, у меня пошла уже. Пора еще таблетку выпить от аллергии. Ладно, я, может быть, еще в каких-то видео затрону эту тему. В дальнейшем все равно еще будет про Новый год. Вопросы. Благодарю всех за просмотр. Всем чао, какао.